Давайте посмотрим на дом с технической части. Мечта любой хозяйки – это большая прихожая. С панорамным видом сердца нашего дома вы можете попасть на свою летнюю террасу. Пойдемте за мной. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы посмотрим шикарный дом 130 квадратных метров. Я думаю, вам будет интересно, потому что вы не просто так смотрите канал «Стройгарант Анапа». Фасадная часть участка выполнены из евроштакетника. Есть калитка и ворота. Давайте посмотрим на дом с технической части. У нас есть центральная вода, автономный септик. Наш дом утеплен и выполнен штукатуркой Баумит. Крыша сделана из металлочерепицы. Мы посмотрели фасадную часть дома, а теперь посмотрим, что внутри. Мечта любой хозяйки – это большая прихожая. Здесь она 6,1 квадратный метр. Давайте посмотрим, что в ней находится. У нас есть батарея, большое окно. Здесь можно установить огромный гардеробный шкаф и принять всех своих гостей. Справа от меня находится щиток, где вы можете отключить любую группу приборов. После большой, уютной прихожей мы попадаем в небольшой коридорчик, где находятся две двери. Одна дверь ведет в санузел первого этажа, а вторая в спальню. Пойдемте посмотрим. Мы сейчас находимся в спальне первого этажа. Она 15,4 квадратных метра. Давайте посмотрим, что в ней находится, как она оснащена. У нас есть три замечательных огромных окна с панорамным видом, которые, я думаю, по утрам будут вас только радовать. Давайте посмотрим на стенку слева от меня. На ней есть три розетки и вывод под ТВ. Здесь вы можете повесить огромный телевизор, который будет находиться напротив стены, где будет стоять шикарная двухспальная кровать. Потому что розетки уже предусмотрены, где вы можете подключить светильники или заряжать свои гаджеты. Также в этой комнате у нас есть вытяжка по углам, чтобы всегда был свежий воздух, и розеточка предусмотрена под кондиционер, чтобы летним анапским утром у вас всегда было прохладно. Как вы помните, напротив спальни первого этажа есть санузел 5,9 квадратных метров. Здесь уже все предусмотрено. Есть выводы под унитаз, есть труба 110. В углу у нас находится душевая кабина, подиум, где уже есть водорозеточки и слив. Если смотреть на эту стену, она отделана с кафелем, есть красивый рисунок, есть батарея, чтобы в санузле было тепло, потому что он большой, и окно, чтобы проникал дневной свет, и вам было всегда здесь уютно. На этой большой стене, как вы видите, есть такая небольшая ниша, да, где вы можете установить огромную раковину. Также есть выводы под стиральную машинку и розетки, чтобы вы могли подключить плойку, электробритву или фен. И есть провод, который специально предназначен для большого зеркала с подсветкой. Давайте посмотрим на потолок. Он выполнен у нас из натяжного потолка. У нас есть вентилятор, чтобы вытягивать всю влагу лишнюю из помещения, и 4 точечных светильника. И, друзья, сердце нашего дома – большая кухня-гостиная 37,9 квадратных метров. Давайте посмотрим, из чего она состоит. У
нас есть большая ниша, где вы можете установить кухонный гарнитур. Тем более здесь все уже предусмотрено. Давайте посмотрим. Есть розетки для холодильника, для посудомоечных машин. Можно подключить разные приборы кухонные. Конечно, у нас есть вывод под раковину. С этой стороны, если вы захотите сделать большую столешницу, тоже предусмотрены розетки. На этой стене у нас есть выключатель, который включает свет здесь и на террасе. Друзья, давайте посмотрим на другую часть нашей кухни-гостиной. У нас есть огромный радиатор, чтобы в доме всегда было тепло. Обои у нас в светлых тонах, чтобы было комфортно. Посмотрим на эту стену. Здесь вы можете повесить большой телевизор, играть вместе с детьми в приставку или смотреть свои любимые фильмы. Сразу из кухни-гостиной вы можете попасть на свою летнюю террасу, с которой открывается вид на ваш участок. С летней террасы вы можете попасть в свою собственную котельную. В котельной у нас есть котел, есть система теплого пола, которая уже функционирует и обогревает наш большой дом. Мы сделали обзор первого этажа огромного дома. Теперь мы поднимемся по лестнице на второй этаж. Ну вот, друзья, мы и находимся на втором этаже нашего большого дома. Что нас встречает? Коридор 10 квадратных метров и 4 двери. 3 спальни и 1 санузел. Давайте начнем с большой спальни. Прошу. Мы находимся в самой большой спальне этого дома. 17,2 квадратных метра. Давайте посмотрим на оснащение. Пол у нас выполнен ламинатом. Есть натяжной потолок, есть вытяжки, есть прикроватные розетки, есть большой шлейф розеток, чтобы повесить телевизор. Также есть выключатели и, чтобы повесить кондиционер, розеточка вверху. Стены у нас выполнены в светлых тонах, выполнены обоями. Есть большая батарея. Над батареей находится окно, которое вы можете открыть и получить глоток свежего анапского воздуха. Из самой большой спальни мы переходим в спальню поменьше. Она 15,1 квадратных метров. Пойдемте за мной. Друзья, вторая спальня 15,1 квадратный метр. Давайте посмотрим на ее оснащение. У нас обои в бежевом цвете. Стена справа у нас акцентная, с рисунком обои. Над ними находится натяжной потолок, вытяжка, розетка под кондиционер. Очень уютная, классная спальня. Ну а третью комнату можно сделать детской. Давайте пройдем и посмотрим, что здесь находится. Комната 13,2 квадратных метра. Тоже есть акцентная стена, обои у нас бежевые, натяжной потолок, вытяжка. Также у нас есть батарея и окно с видом на нашу калитку. И для комфорта всех жителей дома есть санузел на втором этаже 6,5 квадратных метров. Давайте его посмотрим. Санузел выполнен весь из кафеля. Также есть батарея, есть вытяжка, 2 точечных светильника, есть розетка под электроприборы, есть провод для подсветки зеркала, также есть выводы под раковину. С этой стороны у нас есть выводы под унитаз. Пройдем дальше, мы увидим большое окно. После окна у нас есть выводы для того, чтобы установить ванну или душ. И давайте посмотрим на нашу лестницу. Она выполнена в один цвет со всеми дверьми и наличниками на втором этаже.
Дорогие друзья, вот мы и посмотрели шикарный дом 130 квадратных метров. Если у вас есть какие-то вопросы или вы хотите что-то узнать поподробнее, звоните нашему менеджеру, мы будем рады все вам рассказать. А вам всего самого хорошего, ставьте лайки, пишите комментарии, мы работаем специально для вас. Строй, гарант Анапа.